Глянь, ужас. Не то слово. Кто станет на такой ездить? Одни только придурки. Посмотрите. Это же убожество. Шедевр в стиле Скуби-Ду. У меня порой чешутся руки надрать им задницу, но мне их жалко. Проверь амортизатор. Проверим. Давай. Вперед, родная. Тише, развалится. Вот и хорошо. Слезай с машины. Ты ее сломаешь. Не твоя. Пошел вон. Простите, детки. Я думал, это просто металлолом. Что ты сказал? Ну-ка, повтори. Это еще кто? Не трогай тачку. А то что? А иначе, пацан, тебя ждут большие неприятности. Со мной лучше не связываться. Заверни пальцы и топай. С удовольствием. Не хочется об тебя руки марать. От меня? Тихо. Да ты у меня пыль дорожную есть будешь. Ты что, решил, что эти сопляки тебя защитят? Я тебя сам урою. Ну, давай. Попробуй. Детка, я теряю терпение. Смотри, а руками не трогай. Я думал, это из секонд-хенда. Из секонд-хенда? Да пошел ты. Ты что, спятила? Думаешь, я тебя испугалась? Выпендривайся перед ними. А для меня ты дерьмо. Собачий. Девушка. А может, это парень? Поговорим, когда придешь в себя. Будь я парнем, врезала бы тебе по роже. Возвращайся в свою клетку, швабра, оторва, дура. Идиот! Ты не знаешь... Вот и Кордова. Да, я уж решила, что поедет на автобусе. Вот умора. Ты не поняла. Кордова — это буфет. Его владелец из Кордобы. Парни из Кордобы сначала тебя добиваются, а потом... Я никогда не встречался с парнем из Кордобы. Негро, а с девушкой? Тоже. Может, хватит нас прерывать? Я разговариваю с Лисой. Там раздевалка. Здесь мы встречаемся каждый день и общаемся. Круто. Я туда не вернусь. Куда? Да, куда? Откуда ты? Я не обязана перед вами отчитываться. Может, еще документы предъявить? Подожди, ты куда? Хочу побыть одна. Не ходите за мной. Почему не ходить? Я не наседка, а вы не мои цыплята. Пока. Керосином пользуешься? Что? Из-за дредов заводится вши. Ненавижу. Я тоже. Но я не пользуюсь керосином. Меня зовут Лиса. Ева. Вот и моя каморка. Каморка? Тут довольно мило. У меня и такое нет. Твой приятель? Экс. Бывший приятель. Чем ты занималась, когда сюда приехала? Честно говоря, ничем. Я рассчитывала найти работу, но это не так просто. Если что-нибудь подвернется, я сниму меблированную комнату и не буду тебе в тягость. Да брось ты. Нет, серьезно. Я всегда говорю прямо, чтобы все было ясно. Не торопись, ты меня не стеснишь. Ладно. В Линкольне считают, что в Буэнос-Айресе полно возможностей. Но они ошибаются. Это моя кровать. Кто? Пабло? Я не знаю, как его зовут. Он похож на петуха. Он разбил машину Зетменов. Рыжий, наверное, вне себя от горя. И рыжий, и двое других придурков. Они милые, но все-таки придурки. А этот Пабло, он тоже на чем-то играет? В основном на нервах. Всех достал.
Мерзкий тип. Точно, отвратный. Но несмотря ни на что, у него есть группа. Он неплохо поет. Будь осторожна, он опасен. Этот мозгляк. Только с виду. А так он крутой. Вот и нет. Если знать, как правильно обращаться с такими парнями, они будут есть тебя с руки. Да. Спокойной ночи. Закрыли. Опечатали помещение. Полиция подняла страшный шум. Да, все вышло по плану. Даже если заведение откроют, оно прогорит. Этот жиртрет больше не будет с нами связываться. Закрыто. Надо же. Все хорошее когда-то кончается. Прикрыли лавочку. Пабло, прими мои поздравления. Это было непросто. Но все получилось. Нет. Ребята, познакомьтесь. Сорви голова. Сеньор Освальдо. Очень остроумно. Ты юморист. Может, будем друзьями? Хорошая клоуна сейчас редкость. Я не позволю над собой издеваться. Это кто издевается? Ты первая начала. Бедняжка. Проваливай, ничтожество. Я знаю, что с Освальдо. Он часто сюда приходит. Освальдо бывает здесь каждый день. Я тебе нравлюсь? Мне на тебя плевать с высокой колокольни. А если у тебя по жизни проблемы, то не надо делать так, как ты делаешь. А то нарвешься на неприятности. По опыту знаю, мозгляк. Не делать так? О чем это она? Девушка. Девушка, иди сюда.